Привет! Всем привет, мы продолжаем. И нам надо подойти к старухе. Проценщице. Так, да, проценщице. Хочет что-то уничтожить. Победа. И в дьявол, дьявола, демона хочет уничтожить. Главное. Да нет, мы что-то сделали. Вот и уровень. И вот и дали золото. Сейчас мы кузнец на прокачку. О, новая фишка какая-то. Ба-ба-бам, ба-бам. Дополнительный урон. О, редкий талисман. А, блин, слушай. А, нет, для варвара не оружие. 206 урона в секунду. Слышь? Сейчас, я мне урон дали, я смотрю, подожди, дайте. Во! Таран сокрушающий. Это хорошо. И что-то здесь дали. Что? Враждебность. Ага. Максимальный запас ярости, соответственно, 20. Вот это я возьму. Это пойдет. Слышишь? Да, где что? Я тебе говорил, что я смогу делать на варвара плюс, ну, короче, 206 урона в секунду. Что? Ну, оружие. Одно. У меня легендарное оружие. А сколько в секунду урона? В секунду урон 57,5. Тут 206. А, тут требуется уровень 60. Охренеть. Ну, а у меня так. Точно, они вообще идиоты. Не идиоты, все правильно сделано, чтобы не был перевес. Какой перевес? Я прокачал, было 20 уровень шмотки, а сейчас 60. Все правильно. Я вообще ничего не могу делать. Все правильно. Погнали. В базар. Куда бежим? Ну, базар. Базар написано. Базар? В кладецке базар написано. Странно. Чего? Что-то будем вызволять там. Аширу на колдейском базаре. Что-то народ кричит. Вот Ашира. Ты не пропускаешь. Подожди. Зачем ты пропускаешь? Все. Нет, а что он сделал? Да просто повозки. Надо? Повозки надо. Все. Не, ну, хоть... Сопроводить. Беженцев и все за время надо сделать. А где беженцы? А вот они порой появляются в этих... В разных. Так собирай всех. Повозка с беженцами, вот заходишь. Ты беги других собирай. Я бегу. А, мы их вообще нихера не спасаем. Почему, вот сюда спасаем? Вон прямо все забегают внутрь. Да? Ты куда их отводишь? Вон, ну мигает же, куда отводить вон. Ты что, не видишь что ли? Нет, подожди. Внизу на карте. А! Отведи, быстрее. Время-то, КД. А сколько нужно спасти? Вон последний, говорит, беженец. Отводи его там. Подожди, у меня еще вон внизу один. Ну что? А что-то вообще я не понимаю. А что он не бежит? Его гасят, что ли, все? Гасят. Так. Беженец. Отстаньте от моего беженца. Это мой беженец. Мой беженец, мои правила. Беги. Мой занес все. Твой еще остался? Да у меня еще вот, блядь, постоянно. Заведи его на всех, давай. Загашу этих козлов. Все? Всех? Ну, отлично. 20. Мы герои колдей с тобой. 21. Че теперь? А, может еще не всех? Давай сбегаем, посмотрим, не знаю. А хер его стоит, на самом деле. Может дальше там есть? Тут ничего нету. Не, дальше. Вот тут. Ворота. Да просто бей этих чуваков, не знаю. Хер знает. Мы, видишь, так и не сделали, у нас галочки не стоит. А может нам в затопленный проход пройти надо? Давай нырнем, посмотрим. Давай. Он говорит, иди сюда, тех, кто остался. Я нажал. Не, давай выходим назад. Я думаю, мы всех спасли. Не всех получается. Да, просто время, видишь, что... Подожди, можно было зайти в эту штуку зайти, быстрее забегаем. Куда? Таверну, забрать таверну всех. Кого тут всех забирать, тут никого нет. Тут вон, подожди. Торговец. Бежим. Ух ты, маска буду. Дополнительная задача, так это дополнительное спасено. А мы сопроводили всех, все нормально. Время. А вот они где были, оказывается. Я нашел всех. Давай. Тихо. Ты главное монстра вали, чтобы не мешали. Да они не будут мешать. 9 секунд. 9, 7, 6.
Да! А теперь к воротам. Они нам деньги давали, видел, мы их сопровождали, они деньги. За каким воротом? Почему я вниз спустился? Ай! Не знаю. Войти в колдей с Лией. Лия. Лиля. Ты должна разрушить ворота. Да. Я не боюсь, давай. Ну да, не контролируешь. Колдей. Колдей же это... Это что? Я так и думал, что они здесь все превратятся сейчас. Ну давайте уйду, что ли? Чё, ребят, меня даже подлагало немножко. Мои ребята сейчас разберутся быстро. Я понял. А чё там, босс поди нас ждет? Не знаешь? Не знаю. Я что-то не доходил ни разу. О, поинтереснее. Что сказал там Камир? Какой-то у нас Камир. На тебе, на. Глубина. Камир приказал долго жить. Сдох. Покров какой-то. Что тут есть интересного? Не знаю, сам ищу. Что интересного? А вот это уже поинтереснее. Ты вообще всех разносишь. О, левел-ап. Парни. Вот эти-то. Достойный противник, как мне сказали. Отстойный противник? Достойный. Ага, в дерьмо. Искусная киянка. Полюбимая киянка, ты же любишь нас киянки. Да, только, блин, я хожу с даггером, блин. Восполняет здоровье при убийстве, ничего себе. А это что? Так, подожди, не заходим. Я сейчас скилл хочу посмотреть. О, какой-то скилл, типа новый. Суд. Суд. Вернее, на самом деле. Вот а это. Красиво задний фон сделан, ничего. Это вообще красивая игра. Крест защиты. Давайте вот это попробуем. Я думаю, взять этот себе. О, новый этот. Благое дело. Спасибо. Всякий раз. У меня просто старый нагрудник, надо было поменять бы, конечно. Урон от оружия крестоносца увеличится на 10%. Вот это прикольно. Вот эта тема. Подождешь, я быстренько в город возьму пару камней. Сейчас придем. Ой. Сейчас. Не то. Мне нужны. Так, это вору в другие вещи. Живучесть. ССС что делает? И. А это что? Еще живучесть. Херня какая-то. Скиллы какие-то, знаешь, идут странные. Ну, на самом деле, не очень классные. Классный скилл, который прокачан. Кара. Ну да, я сейчас такие скиллы беру. Ну, сейчас пришел, дай. Подожди. Удар, защита. Ладно, пошли. Попробуем. Погнали, император. Ой, ты. Битва за колдей, кстати, называется. Босс. Мы это видели, нас отсюда погнали, тогда говорят, у вас нет проездного. Там боже был не настоящий. Ну, лжедмитрий. Сейчас еще мне дадут страйк за серию лжедмитрий на Диабло. Отдаст страйк какой-нибудь музей истории, блядь. Все могут быть. Все может быть. Так, ну че, пацан. Ты назовешь серию лжедмитрий? Я уже называл, у меня было. Да, по дьяволу уже Дмитрий была серия. Вот как раз вот тут мы играли. Что, опять Жил Дмитрий? Сука, можно Жил Дмитрий? Я уже запутался, сука, тут Жил Дмитрий. Да пошли, обойдем его. А, тут не обойти. Куда ты хочешь обойти его?
Так. Охренеть, стрёмный такой ночь. Рогоносный. Он жук, он жук. Жук? Ну, видишь, жук. Ты, блядь. Давай. Гриал, кстати, знаменитый. Знаменитый в чем? Что-то он никакой. Вообще. Меня вообще жизнь не сносит. Да потому что я тебе хил даю. Я сейчас 3000 урон нанес. Владыка лжи. А, подожди, это Белиал, это не он, да? Белиал, это один из демонов. Не, а он говорит, владыка преисподней. О, точно, владыка преисподней. Жесть. Вот это пиздец, конечно. Охренеть. Да, вот, да, есть какая-нибудь, блядь. Так убить хотя бы. Да, подходи, давай ближе подойдем, вот тут. Я сейчас активируюсь, просто давай, пиздим. Давай. Да вот стой тут в круге. А, так мы его так мочим нормально. Ну такой не кислый, да, по размерам? Дядька. О, 500 что ли нанес? Ой, что-то какасит. О, вот это... Он как... А ты говоришь, фигня полная. Я не могу резаться так, что давай. В смысле резаться ты не можешь? Я что ли один был? А я могу тебя резнуть? Не знаю, вряд ли. Да, подожди, терпи, терпи, терпи. Я, подожди, нажал на твой рез. И все. О, отлично. Давай. Блин, когда он идет, как, нахер он, надо бежать. Он когда взрывается. Ребята, давайте. Да, когда взрывается, не надо. Когда он взрывается, я что-то знаю. А он начинает много-много-много. Хер знает, я... Он еще пока не взрывается, но мы его мочим. А вот сейчас будут взрываться, просто бегай. Ай-яй-яй. Кушай, 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 кушай. Все! Мои добили, мои добили. Фахи! Оооо, сколько поупадал. Жесткий. Как жесткий босс. А, я ничего не взял. Ты взял? Нет, подожди, тут камень. Я ничего не взял. Я тоже. Я взял. Чуть-чуть. Я ничего не взял. Какого хрена? Тихо. Опа. Кул неустанно сражался с армиями преисподней. Из его жизни мы можем вынести горький урок. Чем дольше мы сражаемся со злом, тем сильнее оно разъедает нашу карман. Ну, а у меня босс такой сильный, да, вроде? С херачетом и ешкой нормально. Да, блядь, все как-то... Фух, все осталось. О, столько легендарного, все заберу, все мое. Подожди. Так, подожди. Столько легендарника понабирал. Нагрудный доспех. Легендарных прям? Ну, два легендарных. Ты куда валишь? Уходишь, что ли, куда? Нет, смотри, легендарно, смотри, как смотрится. А так же. А что там у меня, блин, вообще ничего не меняется. Так, так. Ну, молот это... А, это варварский. Голова варварская новая. Мощный щит очень. Херня. 74, 86. О, новые ботинки. Ботинки, ну, ботинки. Так все. Что-то не... О, выпал пояс легендарный. Вот, пояс-то я хотел новый. Так. Экскиз пояса, пояс быстрой расправы. На тебе для кузнеца. Хочешь легендарный эскиз? Прикинь, когда герой подбирает золото, его показатель брони на 5 секунд увеличивает число, равное количеству монет. Бери быстрей. Легендарный эскиз. Че дает? Крафтить сможешь легендарный пояс какой-то. Ты же у нас собираешься, это кузнеца делаешь. Я этим не балуюсь. А тебе эскиз крутой. Эскиз это круто, да, видимо? Ну ты сможешь легендарный крафтить. Ты что, свалил? В колдей? Колдея бить, солю. Что-то не понравилось. Киянки самая тема. Ну, которые лично там бьют, у тебя хорошие штуки были. Ну, поговорить в тайном лагере. Нам в тайный лагерь. Ты пешься? Не. Да, это мы
тут вообще в городе где-то были. Ну, да. А я вот тайный лагерь сейчас вроде пошел. Вот. Да, да, да. Ну что, давай, ты что, продаешь? Да. А что, не смотреть, что ли? Вот сундук, если не видел, вот здесь находится. Подожди, вот видишь, где стоим? Подожди, ну, а, ну все, понял. Так, подожди. Вот, да, сундук, причем он на многие аккаунты, на многие персонажи одинаковые. Mm-hmm. Сетевой сундук, грубо говоря. Слушай, какой-то охотник на демонов, это кто? Так ты эскизы легендарные изучил? Да, сейчас посмотрю. И что там за поиск? Может, я тебе тоже могу сделать поиск. Может, крафтишь поиск? То есть там, конечно, хороший поиск-то. Что, не, может, не под меня-то. Подожди, так. Как его изучать? Ой, не знаю. Все только в материале. Ох ты, поиск быстрой расправы. Он дает... Фу, что-то плюс 3-4% к скорости атаки. И атакующий в ближнем бою получает... А, плюс 4 металлических свойств еще разных. Ну, тогда сделай, он дорого стоит, посмотри, что даст свойства. Да, блядь, дохуя. Легендарный поезд должен быть очень крутой. А какой он уровень, там, минимальные требования есть? 26. Ну, нормально, это как раз классно. Сделай мне поезд такой, что тебе нужно? Ух ты, блядь, нужно это, горящая сера. У меня есть. На. Одна нужна? Подожди. Две. Две серы? У меня только одна. У тебя еще есть сера? Так, есть она. Есть, да, он какой-то, знаешь. Ну, хер знает, ты есть сера? Дай серу. Давай, вот одна еще у меня сера. Давай. Так, все, сейчас сделаю тебе. Так. Ну, что? Себе, может, тоже тебя посмотрим. Да, мне только что сейчас... А, тебе легендарный пояс уже дали? Да. Мне вот он выпал один. Я только за. Ух ты. Подожди. Скорость атаки. Ну, слушай, неплохой. Очень неплохой. На. У меня главное сила живучесть. Посмотри. Класс. Не могу. Он бежит другому герою, пишет. Как тебе передать? Как передать? А попробуй сейчас скинуть. Что на нем написано? КД какой-то есть, там, типа, передача, нельзя передавать в течение там какой-то. Подожди, времени. Может быть, передано следующим учетным записям. Бормашина. И тебе я могу. А, нет, подожди. Так можешь или нет? Понятно. Привязано к учетной записи. То есть не можешь. Так сделай обмен. Попробуй. Видишь, два новых торговца появилось. Разве? Что вот это торговец. Не было никогда их тут. А, ну сделай обмен, давай я обмен сделаю. Подожди. А. Ну закинь его. Подожди, давай еще раз. Что-то не получилось. Обмен. Ну. Не кидай его. А, это нельзя предмет продать или, блядь, сдать. Короче, херня. Ну ладно. А какой это стоит, что его вообще нельзя? Странно, да. Ну ладно. Да, я не очень рад. У тебя будет новый акт. Скорее всего. Наслаждайся триумфом, ибо завтра нас ждет новая битва. У нас нет времени на отдых. Азмодан готовится уничтожить всех нас. Владыка греха, хитер и коварь. Ух ты, что ты там ты говоришь? Подожди, владыка греха это кто? Хер знает. Сейчас посмотрим. Какой-то поиск дали, благоразумие. А, так у меня и нормальный поиск. Как раз таки. А, ну, такой же примерно. Подожди, тут вон с кем-то поговорить можно. Караван. Че, погнали в акт следующий? Сек. Погнали. Все, погнали. Таран-тан, до конца акта, 28 секунд. Успевайте сходить в туалет. Ой, двуручный жезл какой-то дали, наследий. Ну и нормально. Акт че, пропускаем? Ну, видеоролик точно не буду. Видео идет сейчас, да? Да, я выход нажался. Да. Ну ладно, пофигу. Не, ну, ролики красивые, но их можно посмотреть в отдельно в интернете, на YouTube без проблем. О, зима. Защитники крепости долго не проявились. Крепость какая-то. Они до смерти напуганы вторжением армии Азмодана и бегут под ее натиск. Если крепость падет, Азмодан получит черный камень души. И этот мир будет обречен. Она выстоит. Я должна воодушевить ее защитников. Ты с ним говоришь?
Крутая. Да? Да, пошли зажигать костры какие-то. А, тут вот дальше. А что здесь такое? А, это под нами. Ты нужна там, внизу. А куда это? 5 огней зажечь. Оружейные? Ну давай посмотрим, что. Черный камень души становится все горячее. Подожди, горячее? Он горячий. Это шок, да? Подожди, она с ума сходит. На киянку. Ладно, пошли. Она, короче, как я понял, сходит с ума и потом, может, камень завладеет ей. Ух ты. Главная басня. Главная бастиона. А что за хромовик? А, умение. Хромовник, а не хромовик, вообще это называется. Да? Ну да. Это спутник, да, он получается? Смотри, тут что-то разборки все прям где, все боятся. Где ты их видишь? Ну, тут побежали с ними. Эй, что-то. Ремесленник, вы. Я же прокачивал тебя. Ты. А, ну все. О, тут махач идет, все военный. Какой ты говорит? Кто здесь? Не знаю. Нифига себе, смотри. Че? Что за голова такая горящая, видел? Ага, это, видимо, жесть. Главный босс. Нам туда, нам вниз. Че-то мы так и не зажгли ничего. У меня чего оружия никакого за нет. За облачные стены. Вы видели сигнальный огонь. Нужно зажечь остальные, но вокруг них полно демонов. Полно демонов, это не для нас. Кричит, видел демон, кричит. И взрывается. Психопат. Истеричка, демон истеричка. Здоровье. Так. Ой, они вылазят и отовсюду. Ну ты же демоны. А я просто бегу. Ой. Странно. Мимо. А, вот тут уже поинтереснее, парни. Ловите кияночки. Не, прыжок не всегда срабатывает. Какой-то дали белую шмотку, блин. Что-то мы еще ни одного не зажгли. Взял чувака, унес демона. Пояс. А, это воровский пояс. Я масло какое-то. Так не убегает, подожди меня-то. Кипящее масло. Бочечки. А, пофигу. А, вон он, один костер, где-то вот тут. Mm-hmm. Да, вот тут я правильно иду. Наверное. Ого! Смотри, какая херня вон, огромная. Где? Да вон, кто? На стене. Ого, что это такое? Это хэдкраб? Хэдкраб, ну. Слушай, реально какой-то хэдкраб. А мы его что-то забили. Странно, быстро так. Так, эта крепость, как я понял, самая главная, да? Это краб атакует. Ужас. Так. А мы зажгли лишь один огонь из пяти. О! Ох ты нахер. Нати. Чего ты убежал-то? Да я там банду пошел мочить. Помогал бы хоть здесь. Я один махаю со всеми. Хаткраба больше не было? А вон, вот тут, наверное, дальше был. Хочу хаткраба. О, опять он. Подожди, покажи мне. О, ты же видел. Давай, вообще простенький. Не, ну, классно сделан, нарисован, да? Тварь какая-то. Так, два из пяти. Что такое чем-то сверху? Ну. Газиныш. Он нашел еще один. Еще один? Костерчик. С хаткрабом.
Ай. А, из-под краба изо рта падают, чуваки вылезают, видел, да? Нет. Вообще жесть. Я тут убил золотого. Золотого хаткраба? Нет, золотого монстра. Потом задние так. Стенки красивые. Ну, задний фон классно сделан. Там что-то тоже кто-то воюет. Да? Терпение. Золотой что-то побил. Ого! Агуза. Да, сзади воюют. Ну, как, задний фон такой прикольный. Как этот Минас Тирита из этого Пассивного кольца. Ну да, типа такого. О! Вот это наши ребята. Получите. Я вовремя получил. Опять? Да. А что-то толку ты... Ох ты, блядь, опыт надо было потом. До этого активировать, когда... Ну да, да. Стоило так. Просто идем и разносим их всех. А еще в Диабле 2 было как-то, когда много вещей выпадает, ты можешь нажать на кнопку и посмотреть все, что выпадает. Но здесь не нужно этого сделать. Да. Здесь избавили лишний раз. Не нажимать не надо. Ну опять хэдкраб. Давай, пофига. Так, что там? Тупик. Ну да, подавись. Ну какая крутая крепость. Почти как в Играх Престолов, да? Ты смотришь этот сериал? Интересный? Да. Я что-то как-то первую серию посмотрел, мне ну, не понравилось особо. Я не стал дальше смотреть. Не, хорош. Хорош? Спойлеров, блядь, в интернете. Про этот сериал. Надо вообще не включать интернет. А, подожди, по стенкам забирается, прикольно. Там внизу мочило. О, опять этот краб, подожди тут. На. Двадцать восьмой. Я 28-й давно уже, просто нет времени посмотреть. О, что за босс? Где? А, пунш! Пунш вернулся! Не, это интересный. Ну только он... Обычный. Ну прикольно. Красивая анимация, когда он появляется. Да. Такой прям из ниоткуда. Прям такой, будто сейчас нам нахерачат. Да-да. Ну все это иллюзия. Ну, мы можем эксперт поставить в уровень, и будет уже не иллюзия. Ну, давай в следующей серии попробуем. Давай, так уже в следующий раз. Да. Попробуем, как будет на эксперте на нам чувствовать. О, он костер внизу. Да. Один раз, двух, можно пройти, скорее всего. Да, скорее всего. Да. Я успел. Тут золотой козел. А, нужен золотой. Да. Сейчас подойду. Иди сюда, рыгатель. Изрыгатель демонов, он даже называется так. Ну, он прямо их рыгает, ну. Так, что у нас здесь такое? Ох ты. Ну, я вижу портал демона. Камень душ он хочет завладеть. Наверное, это наверное, следующий босс, по-серьезному. Да. То есть, Азман. Скорее всего, еще один от греха какой-то. Наверное, демон греха. Задание, дневники. А какой акт сейчас? Третий пошел. Последний? Еще всего четыре? Нет, еще четыре, как минимум четыре. Вот твой щит, смотри. Че? Твой щит. Спасибо. Тебя сделал. Так. У него живучесть, плюс ты вставишь эту херню. Будет вообще жесть. А у меня плюс к силе такой щит есть. Но он выглядит понтово. Не, зачем тебе силе? Тебе же учится, наверное, да? Да не. Тот-то... Вот у меня есть сейчас щит, он плюс 80 к силе и живучести, а тут лишь... Предлагает это заканчивать, телепортируемся в город. Да, кстати, а тут вот, да? Телепорт главной башни, да, наверное? А в любом случае нужен телепорт, оказывается. Да. Поговорить с вами, поговорим, да, заходи. Где? А зачем телепорт? Загружаешься? Да. Да, я тут. Ну давай поговорим. Теперь сигнальные огни горят по всей крепости и за ее стенами. Они все. Вчера махач происходит. Защитников.
А я же скиллы взял, я не смотрел еще. Точно. Поднять 3 катапульта нужно. Будет прикольно. Не, очень вот, что близы, вот размах таких вот сражений, да, анимация, ну просто шикарно сделано. Ну, один из лучших, кто делал такую фигню. Ну, стоит прощаться.